Доброго времени суток, с вами генерал Натлис, бегут командующие армии джунгли игры Jungle Heat. И в этом видео мы продолжим вместе с вами проходить кампанию «Абсолютное оружие» и ее вторую часть. И на очереди у нас карта под названием, по-моему, «Дыхание смерти». Да, «Дыхание смерти». Итак, для ее прохождения я запас кучей штормов, больше даже чем нужно. Буду проходить меньшим количеством. Но, в общем, вот у нас шторм. Они у меня третьего уровня, поэтому я буду проходить 6 штормами плюс герои. А опять же, не медички плюс захватчики. Итак, поехали! Дыхание смерти. Ну, в принципе, все просто. Высаживаем всю эту толпу, и она все сносит. Смотрите, прям вот. Поехали. 6 штучек. И герои полетели, побежали. Шторм у меня третьего уровня, поэтому, в принципе, 8 штормами второго уровня вы также спокойно сможете повторить то же самое, что и делаю здесь я. Может, даже снесете на большее количество процентов. Да, в запасе у меня еще 2 ракеты есть. Давай, родимая! Давай, я верю в тебя! Давай! Ребят, ставим пальцы вверх нашей охотнице, ну вот прямо реально ставим вверх. Вы видели, как просто вот на волосок, тютелька в тютельку, она просто все отстреляла командный центр противника. Я честно скажу, я вот с затаением дыхания смотрел на этот момент. Эх, круто. Вот, собственно, вот так вот мы с вами проходим дыхание смерти. Проходим на одну звезду, но зато не захватчиками плюс медички, а обыкновенными штормами плюс героями не особо прокачанными. Все, забираем все ресурсы. Па-бам-па-бам. Все, видите, как хорошо, приятненько. На очереди у нас будет карта Кортик. Когда же я иду до тех карт, там, где нужны вот хищники, там, где все говорят, не, без хищников не пройдешь. Так, Кортик. Вот эту карту мы вместе с вами будем проходить в следующем видео. Надеюсь, будет скоро. Вот, собственно говоря, как-то вот так вот. С вами был генерал Натлис Бегут, командующий армией джунгли игры Jungle Heat. Кстати, там я провожу конкурс и рекомендую всем в нем поучаствовать. Ссылочка на видео с конкурсом сейчас, наверное, появится у вас на экране где-нибудь. Я еще пока не знаю где, но где-нибудь обязательно появится. Вот, собственно говоря, и все. С вами был генерал Натлис Бегут, командующий армией джунгли игры Jungle Heat. Ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в официальную группу игры Jungle Heat во ВКонтакте. Больше улыбайтесь, делайте бескорыстные добрые дела, это улучшает карму на плюс 10. И всех вам, всех благ. Удачи!